При досмотре автомобиля сотрудникам полиции между дверью и сиденьем был обнаружен подозрительный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Это ваше. Пойдем и смотрим. Пакетик с каким-то зеленым веществом. Вытаскивать не надо, не надо вытаскивать. Вот так. Обратно его засыпать. А можно курить? Курить не надо. Курить не надо. Автомобиль был тщательно досмотрен. Кроме электрошокера, больше ничего обнаружить не удалось. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в УВД города Анапа для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось позже, веществом оказался насвай, который многие жители Средней Азии систематически употребляют. Хоть он официально не является наркотическим веществом, но вызывает привыкание, а на молодой организм действует как наркотик, вызывая легкое головокружение, покалывание в руках и ногах и помутнение в глазах. Водителям его принимать за рулем крайне опасно ввиду вероятности создания аварийной ситуации. Вадим Родин, Анапа регион.